Алена Ашмарина пережила ужасную ночь. Звезда реалити-шоу откровенно рассказала о том, что с ней произошло. Бывшая участница шоу «Каникулы в Мексике» попала в тяжелую ситуацию. Алена проснулась около 5 часов утра и упала в обморок. Падение спровоцировало сотрясение мозга. Ашмарина вызвала скорую, у нее обнаружили межреберную невралгию. Укололи обезболивающие, утром собиралась к неврологу, поделилась Алена. Однако вскоре она снова упала, но на этот раз на кровать. Рухнула и не смогла встать, подошла к зеркалу, я была бледная, губы и кожа, как лист бумаги, рассказала телеведущая. К ней снова приехала машина скорой помощи, но медики не хотели госпитализировать девушку. Алену удалось уговорить, чтобы ее отвезли в больницу. На лицах читалось, что с этим не ездят, но я настояла. Я чувствовала, что это повторится снова и снова, заверила теледива. Выяснилось, что у нее произошло внутреннее кровотечение. Телеведущая потеряла около 700 мл крови. Алена провела в реанимации 5 дней, пока ее не перевели в обычную палату. Я же сломала ребра, повредила легкие, у меня началось внутреннее кровотечение, пояснила многодетная мама. У Алены 4 детей от разных мужчин. Старших дочерей она родила от Германа Ашмарина и Ильи Григоренко, а двойняшек от чиновника из Балашихи Жана Поля Чуркина, который бросил ее еще во время беременности. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.